А в Караганде встреча демобилизованных из вооруженных сил солдат-срочников обернулась нарушением карантинных мер. Массовое скопление людей без масок и соблюдение дистанции произошло на перроне вокзала. Стихийный праздник запечатлели на камеру мобильного телефона. Напомню, что официально движение поездов в стране пока не запущено. Солдаты-срочники прибыли в регион спецсоставом, но руководству городского вокзала не сообщили о прибытии спецэшелона. Поэтому не были предприняты какие-то дополнительные меры безопасности. А невысокие ограждения не остановили радостную толпу родных и близких.